Виталик говорит, смотрите. Владелец какой-то машины подарил ему теплую машину с теплым приемом. Выходи, Виталий, забирай, ты хотел какой-то машины, вот забирай. Перед моим кабинетом, наверное, правда Белостоковка подожгла этот автомобиль. Слава Богу, пожалуйста. Страшный теракт, из-за которого даже перекрыли Крещатик. Понравилось? Ага. Слыхали? Чему тут понравилось? А когда вы еще будете что-то взрывать?